С этого места. Раньше футболистом был. Потом в смысле футболистом? Профессионально играл? Да нет, ты что? А? Ну как футболистом? Мы все в детстве были футболистами. Играл за какую-то серьезную команду? Нет. А, ну такими футболистами мы все были. А спортом чем-то занимался каким-то серьезным, нет? Серьезным? Ну да. Не, ну до уровня там. Вот я кандидат в мастера спорта по шахматам. А я по классической борьбе. Кандидат в мастера спорта? Ну так. Я пытаюсь, ну я же кандидат, я не мастер спорта еще. Я пытаюсь шаги как-то просчитывать. Но я тут как в шахматах, знаешь, иногда сидишь, играешь в шахматы, тут бабах тебе доской. Украли фигуру, блин, как это? Вот, тут стояла ладья. Смотри, тяжко, как ему заходить, блин. Тут ты посмотри. Корову. Бензин кончается. Это, знаешь, лампочка горит красный. И потом раз, и все. Бензин кончился. Ты упал. Еще на конфере заканчивается. Тяжело вот так жить. Ты ж так 20 лет прожил, или ты тогда в автобусах не ездил? Ездил. Ну тоже ж приходилось ездить? Конечно. Не знаю, такие ситуации были, помню. Заходишь, а ты же, короче, из года в год ездишь на трамвае, понимаешь? Один и тот же трамвай, один и тот же маршрут, один и тот же контролер. У нас же контролеры, а у тебя денег нет, понял, никогда. Ты заходишь, и она уже оттуда орёт. Опять дышал, понял? Ты говоришь, ну ты че? Я тебе, знаешь, мы как, я тебе в следующий раз отдам, понял, там, раз в следующий раз заходишь, там, ей платишь, ну, десятка, понял, там. Опять едет, и крыша такая, такой палец. Не, а сейчас у нас Николай очень, ну, я не знаю, Николай, так, я думаю, а то сейчас мне сразу же потом же. Мои же видео, милиция высматривает все четко. Они мне потом звонят, и сюда начинают со мной консультироваться. Ну, я же говорил. У нас, мне кажется, сейчас можно позвонить 20 телефонов таксистов, и они тебя привезут просто. Они тебе просто привезут, без проблем. Так же, это же везде. Понимаешь? И никуда не надо бороться. У нас же сейчас никуда никто не ездит. Звонишь, тебе привозят. Ну да. Поэтому они уже сейчас очень удобно, кстати. И сами обдолбанные таксисты. У нас чуть ли не через день они их хапают. Так ладно, таксистов. Маршруточников на себе хлопать. Обдолбанных. У вас же нет вот этой статьи, понимаешь? Ну да, за употребление, да, нет. Есть в России. Да. Представляешь? Он утром пришел, там, дыхнул, блин, все, от него ничего не воняет. У нас в там, допустим, я, у меня одноклассник был, замечательный госпитальный контроль. Мой одноклассник. У них вот там приходит, допустим, там, нужно там, за месяц там, поймать там, 10 бычек. А я думаю, у нас такая же бита. А что они выходят там, 40 употреблений, когда они выходят там на улицу. А он уже, если ты вмазал, то ты вмазал, вот такой же. Вот такой ходит, да? Как у вас культурная программа? Скультурная. Данил, я только что вот освободился. Я же помню, я сейчас позвоню. Они говорят, у нас как бы день штука, понял. Но он говорит, а потом после 14 дней мы не знаем, куда их девать. Мы приехали посмотреть, можно ли этих людей доверить вам. Потому что... Да, сутки. Ты сказал, что я их привез? Нормально. Это же вот Юрий Юрин вот со мной здесь рядом едет, понял. Это же его, короче, кореша, понял. Там, короче, тема такая. Ну а я ему просто привет тебе. Да, взаимно, взаимно. Я ему в лоб говорю, слышишь, говорю, Александр, а тебе-то какая от этого выгода, понял? Он говорит, ты знаешь, мне никакой выгоды нет, я просто хочу людям помочь и все. Да, он честно сказал, он
честно сказал, что он... Говорит, как бы самоотречение, говорит, оно должно быть. Я говорю, ну ты же понимаешь, что этот клиент уже, скорее всего, что к тебе больше не придет. Он говорит, да, понимаю. Но... Да, ну, то есть вот, вот так. Ну, я же Данил сразу спросил в лоб. Потому что, говорю, у нас работа с наркологами, как бы, говорю, в наших регионах, они вообще наотрез отказываются с нами сотрудничать. Потому что что там платно, да? Раз, у нас же экспериментальный, у нас же регион экспериментальный. Он говорит, фирма называется Гранд. Грост. 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 На сайте есть, на сайте есть. Грост, понял. Какая-то там Грост. Ну, визиточка есть. У меня там осталась. В интернете есть. Вот не знаю, что там. Ну, как бы взяли наши визитки, говорит, буду предлагать. Ну да, да. А сейчас вот с этим едем, короче, нас же пригласили там. Сегодня же как бы сбор всех вот этих реабилитационных центров, понял. Ну я с Ромой поговорил, говорю, что съездить? Нет, он говорит, да что здесь, что там, визиточки возьми с собой, как бы, посмотрим, что там. Ну там вроде представители там силовых структур вроде будут как. Хотя не знаю, Данил, как оно это все пойдет. Не знаю, как это будет. Ну я, ну да, 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 да. Сейчас я Данил позвоню. Не харьковчанин, а похож на харьковчанина. А похож он, да, на харьковчанина? А что там того Харькова, господи? Ты вокзал, смотри, какой красивый, а? А, я только не понимаю, что за вокзал, который до Николаева не везет? А что же он до Николаева не будет? Да, я заплатил. Платил. Я 5 гривен платил, молодой человек. В начале, на входе. А что, мы выходим? Я что-то не... Я что-то не сориентирую. Миш, я ж вроде специально такую шапку ношу белую, чтобы меня ни с кем не перепутали. Что ты типа местный, что ли? Да, чтобы меня ни с кем не перепутали. Да не, ну жалко, если кто-то на раздачу попадет за меня. Я ж когда только этой темой занялся, всегда, знаешь, шепотом вообще со мной разговаривают и оглядываются. Опять же, стереотипы, блядь. А я перезнакомился с кучей классных ментов. Куча классных ментов, понимаешь? Начиная от генерала и заканчивая сержантом. Как бы этот мандраж сошел. Но это надо, чтобы сошел не только у меня, чтобы этот мандраж сошел. Хотя бы... Да. Жвачки? А зачем? Подожди, дай вот это посмотрю. А зачем жвачка? Да не, нормально, мне хорошо пошла. Я бы еще больше сил, я вообще не представляю, как мы хорошо без лука, без чеснока. Ну все же сильнее, все. Вино на разлив, видишь, какая прелесть. Идем по стаканчику рубанем. Если честно, там дело нормально. Зайди тогда, здравствуйте, мы из революционного центра, такими косыми, зайди. Накатить? Я пошел, одну посуду. А что это у вас? Это чеснок манированный. А сколько стоит? 15. Надо взять. А это что? Очень хороший. Я возьму. Я ж вижу, что это что-то хорошее. Эмали не надо. Что? Эмаль. Что такое эмаль?
идет для мяса. Там... Не-не-не, не надо. Но чеснок его же можно так кушать. Без, без шашлыка просто. Без шашлыка можно кушать и идет везде. Как там в Тбилиси у вас? Давно были? Да. Давно были в Тбилиси? Давно. Что там в Тбилиси нового? Я сейчас еду туда. Ничего там, хорошо, не переживай. Хорошо там? Не побьют нас? Да ну что? Откуда я знаю? Страшно? Одну. Один это. А зачем это? Это очень хорошие вещи для организма. Больше нет. Грузинское варенье? Да. За это я вам даю больше нет. Как больше нет? Вот крестышки осталось. Ну ладно, хорошо. А вот ключик нету, да? А? Сумку можно положить? Нет, что-то надо, нету сумки, тяжело тягать. Ну ладно, все, взял уже. Это... 20 и 15, это будет сколько? Ну сколько будет? 35. А за опт какую-то скидка будет? 15 гривен сдачи вам надо. 15 гривен. А за то, что оптом, не будет никакой? За 15 гривен что вам надо? Скидки, скидки никакой? Ой, скидки, если был товар у меня сегодня, я вам... Да, говорю, ну хорошо, да. Ладно, давайте. С удовольствием, с удовольствием. Да, где-то мы ушел. Сейчас минутку. Да, деньги в Одессе прячьте далеко. Не, сейчас. Деньги. Да. Надо прятать, знаете? 15 гривен больше ничего не надо. 15 гривен больше. Да нет, мне тяжело носить, она и так тяжелая. Ключик я дам. Не, честно, не надо, нет. Господи. Дайте сдачу. Надо деньги сейчас экономить. Сейчас я развиняю. На зеленый давят, а ты на красный хочешь идти, Игорь. Ну, была не была. Ух ты! Слава Руси! Вот это видишь? Способов знакомства. Когда мне нравится трафаретами, бац и все. И не сотрешь. И на века, да. И на века! А если даже кто-то сверху поклеил, пошел в следующий раз, взял и сошкреб его и все. Используйте себе эту технологию трафаретами. Она мощная, она такая реклама. Недавно, кстати, ее придумали. А на земле трафареты вообще супер. В Москве я видел давно. Я давно это все делал. Так сделал, а чего вы не делаете это? Что лет назад. Чего вы трафареты не делаете? Я сделаю, Николай. Батьки против наркотиков. Chevron.